আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদতু সংকেতনৈকপিতরু কমলায়তাক্ষ বিশ্বাম্বরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে জগৎপ্রিয়করু করুণাবতারু হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে নমামি গঙ্গে তব পাদ পঙ্কজম সুরাসুরৈর্বন্দিতো দিব্যরূপম ভুক্তিং চ মুক্তিং চ দদাসি নিত্যম ভাবানুরূপেণ সদা নরানাম গঙ্গাতরঙ্গ রমণীয় জটাকলাপম গৌরী নিরন্তর বিভূষিতবাম ভাগম নারায়ণ প্রিয়মনঙ্গ মদাপহারম বারাণসীপুরপতি ভজবীশনাথম বাগীশযুষ্বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি যস্যাস্তি হৃদয় সম্বিত ত্বাম নৃসিংহমহম ভজে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে দেবর্ষি ভূতাত্মনিনাম পিতৃণাম ন কিঙ্করো নায়ম ঋণী চ রাজন সর্বাত্মনায় শরণম শরণ্যম গতো মুকুন্দম পরিহিত্বকর্তম দেবর্ষি ভূতাত্মনিনাম পিতৃণাম ন কিঙ্করো নায়ম ঋণী চ রাজন সর্বাত্মনায় শরণম শরণ্যম গতো মুকুন্দম পরিহিত্বকর্তম গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রী শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জগৎগুরু টোল্ড শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ сказал, что чистое сердце преданного это на самом деле место, где Верховный Господь может находиться. Чистое сердце чистого преданного – это то самое место, где Верховный Господь может отдохнуть, если сердце нечисто, паримарджан. Если это сердце нечисто, это значит, что там какой-то пуруш абхиман, думание о том, что я делающий, что я мужчина, женщина, умный, глупый или еще какие-то такие подобные концепции. И вот такие разные концепции могут прийти в наш ум, но Махапрабху никогда не учил этому. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не говорил об этом. Сейчас я буду говорить об этом и потом переключусь на главную тему. И вот Шрила Прабхупад говорит, что чистое сердце чистого преданного – это то самое место, где Верховный Господь может отдохнуть. Если сердце не очищено санкиртаной харикатхой, то и есть такой пурушабхиман, концепция делающего. Если вот он, мы думаем, что мы делаем, что мы мужчина, женщина, чистый, нечистый, глупый, умный или подобные дуальные концепции, но с полной верой, с шарадхой, если мы будем слушать харикатху, то тогда, несомненно, мы сможем очистить наше сердце, но мы не делаем так, и поэтому наше сердце не очищается. И вот Шрила Прабхупад говорит с огромной верой, шарадхой, если мы будем слушать харикатху, если мы хотим находиться внутри, inside, you know,
если мы хотим находиться среди Гуру Вайшнавов, то тогда мы можем очистить свое сердце, и поэтому Брахма также, после того, как он совершил ошибку, это его лила, и вот, совершив ошибку, он хотел измерить Верховного Господа, Верховный Господь он или просто сын Нанды Махараджа, и вот он хотел как-то оценить, измерить Верховного Господа. И вот наши попытки измерить Господа. И такое желание все измерить, проверить, испытать, это признак обусловленной души. Как Брахма, он хотел испытать Верховного Господа, проверить его, но в итоге разочаровался в своих попытках с помощью знания познать Верховного Господа, что и говорит в этой шлоке. И вот Брахма плакал и говорил, произносил эту шлоку. Он понял, что с помощью логики нельзя познать Верховного Господа. И Брахма оставил эти попытки. Это гьяна, просто какое-то сухое знание. И Брахма говорит, Генепая Самудапасья, это гьяна, значит, сухое знание. Я расскажу несколько вещей из Бхакти Расамрита Синдху, и вы поймете, знание в Бхакти, оно не запрещено. Если мы слушаем Харикатху с лотосных уст Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и если слушая эту Харикатху, Бхакти не увеличивается в нашем сердце, то как же мы слушаем тогда? Как же мы практикуем эту Харикатху, Харикиртан? И вот единственный путь, о котором я сказал, это шлока, с которой я начал, она открывает эту мистерию, то, что полное самопредание. Люди очень горды собой, у них очень большое ложное эго, что даже сегодня не понимают, что я хочу сказать. Не все понимают, что я хочу сказать. Если они поймут, то почему они совершают ошибки? Почему совершают оскорбления и деградируют в баджане? И вот Брахма говорит, Гьяны Прая Самудапасья Наманта Эва. Наманта Эва, что значит? Вот это слово «но» значит «нет». Запрещено то, что запрещено, запрещено показывать ложное эго. И вот это зовется пранам, дандават пранам. Что это значит? Значит, мы отказываемся от своего ложного эго и предаемся полностью, и отбрасываем наше ложное эго. И это значение слова пранам. И вот гьяны прая саудапасья наманта эва. И вот Брахма рассказывает, как он хочет жить дальше. И вот с лотосных уст чистых Гуру Вайшнавов, слушая их Харикатху, я хочу жить, слушая и находиться среди чистых саду все время. Станастхита значит в общении с Гуру, с чистыми Гуру Вайшнавами, я хочу слышать Харикатху. Вот следующие слова, значит, умом, телом и речью. Мы должны полностью предаться, и с таким полным самопреданием мы должны жить с чистыми саду. И тогда мы можем слушать Харикатху, и в этом случае Харикатха, она не пропадет зря. Харикатха, она очень и очень могущественна, если нет никаких оскорблений. А если есть какие-то большие оскорбления в нашем сердце, то тогда мы не сможем понять,
настоящее значение Харикатхи, какова суть Харикатхи. Мы не поймем это, вроде слушаем, но не слышим. И вот если мы услышим настоящую подлинную Харикатху, то она настолько могущественна, что Шрила Прабхупад говорит, что эта Харикатха, она будет воздействовать на наше сердце, она очистит наше сердце. Но если такого нет, значит, мы совершили какую-то аппаратху оскорбления. И вот, услышав Харикатху от великого саду, если мы не чувствуем результата, это значит, что мы совершили какое-то оскорбление. Вот Читани Читамрити говорится, что в этом случае, если мы не получаем результата от слушания Харикатхи, то это значит, что мы совершили какое-то оскорбление. И вот из этих нама-аппаратх, дама-аппаратх, вайшнава-аппаратх так много оскорблений Махапрабху говорил, что может быть бесчисленное число оскорблений. Вот из них главных 10, я буду об этом говорить, чтобы люди поняли, что к чему. Кто-то вот думает, что если я поддерживаю чистоту, но опять же, поддерживая чистоту, нельзя ненавидеть других, это неправильно. Кто может пытаться следовать мне, но не у всех получается. Шрила Прабхупад говорит, я должен действовать как ачарья, поэтому я действую так, но это не значит, чтобы меня нужно имитировать, чтобы деградировать в духовной жизни. Что вы думаете? Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж говорит, что те, кто имитирует, как-то ложно подражают, они будут сожжены в итоге. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж говорит об этом. Если вы следуете гуру вайшнавам, вы должны следовать их наставлениям. Вы должны иметь гармонию. Если вы не можете находиться в гармонии, вы потеряетесь. Будьте осторожны. Вот я пример приведу. Люди думают, и вот люди очень часто глупы. Я вот в тот раз говорил, что вот как перед Брихаспати Девагуру, Вирочан Индра, они слушали его учение, но через после того, как урок закончился, Вирочан, он какое-то негативное настроение получила, Индра позитивное, вроде не полностью, но другое совершенно. И вот потом Индра опять слушал от Девагуру Брихаспати вот такое состояние. И часто люди ведут себя как-то под воздействием самскара. Кто-то вот попал под влияние самскар, не может харинам повторять, поскольку оскорбление совершает. И вот если вы не сможете избавиться от оскорбления, и поскольку вы всегда должны видеть весь мир в связи с Верховным Господом, я говорил это на примере Рунти Дева, но не все могут помнить об этом. Вот Рунти Дев, он был успешен, потому что Рунти Дев мог видеть весь мир в связи с Верховным Господом, но мы не можем видеть. Смотрим, видим мужчин, женщин, пожилых, молодых, и только это какие-то материальные вещи. Это, к сожалению, наше положение сейчас. Мы не можем очистить себя, и как мы можем из-за своих оскорблений. Люди думают, что я ненавижу Матаджи, но кто говорит так? Кто говорил, как такая дурная идея у кого-то возникла? Если я не могу видеть Радхарани внутри каждой женщины, то как я могу совершать баджаны и говорить Харикатху? Разве это возможно для меня? Это глупо, если кто-то так думает. А
И мне неудобно, если кто-то не понимает, что я хочу донести до них, каков мой этикет, какой очарован, какой характер. Кто-то хочет имитировать меня. И в процессе такой имитации они могут помирить. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы не можем общаться с какими-то несерьезными людьми. Мы должны общаться с чистыми преданными, но, по крайней мере, преданными среднего уровня, у кого нет материальных желаний, идей. И лотосные стопы Гуранги Махапрабху, лотосные стопы Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Шри Кришны Бхагаван, и вот лотосные стопы Шри Кришны Бхагавана – это наше вечное место, и мы должны достичь этого места. И вот Шрила Прабхупад говорит, лотосные стопы Кришны – это наше вечное место. Кришна Падма – это наше… И вот лотосные стопы Кришны или это наш, это вечный дом души, где пребывает наша душа. И если наше сердце нечисто, то тогда мы видим различия, разнообразие. А если мы не утвердились на пути Адвайгьян-таттвы, то мы можем видеть различное разнообразие, которые проблемы будет нам причинять только. И вот через Санкиртан мы должны очистить наше сердце Махапрабху. Он научил нас, Махапрабху показал, с каким правилом и предписанием он следовал, поскольку он жил жизнью совершенного ачарьи. Если вы хотите получить точное учение Гуранги Махапрабху, и вот если вы хотите узнать об точном учении Шрилы Гуранги Махапрабху, вы должны прийти к Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Такуру. Нет никакого другого места. Мы только должны зависеть от милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Они ведут себя идеальным образом. Однажды Шрила Прабхупад был очень возбужден, рассказывая про какую-то лилу. И вот Шрила Прабхупад кричал и говорил: «Почему вы пытаетесь контролировать преданных? Это моя обязанность. Я действую как ачарья, и это моя обязанность. И зачем вы пытаетесь этим заниматься? Вы думаете, что вы какой-то великий гуру? Где же ваш идеализм, ваш характер? И почему вы игнорируете других?» И вот таким образом Шрила Прабхупад был вынужден показать такой идеализм Шрила Бхактивинода Такура. И поскольку они давали пример нам, и поэтому они вели себя так. И вот Махапрабху был очень строг, но все же можно видеть в жизни Махапрабху, что когда он совершал Нилачал-лилу, он ачарья. Даже будучи домохозяином, он все равно совершал идеальную грихастха-лилу. Это его идеализм, великий идеализм. В прошлом даме, где Махапрабху являл саньяса-лилу, Махапрабху очень строг был, что он вынужден был наказать Чота Харидаса и других так много случаев. Но этот Махапрабху, когда в храме Джаганатха он смотрел на Джаганатха, полностью поглощен этим даршаном, однажды одна пожилая женщина, такая в джунглях она жила, и вот она в таким вдохновением смотрела на Джаганатха и хотела повыше забраться вот на эту, на Гарудастамбху хотела забраться, чтобы получше видеть, и вот она наступила на Махапрабху, на плечо, ногу ему поставила, чтобы забраться повыше. И вот Сауроб Гасай начал возмущаться, что она тут делает, а Махапрабху, он антарьями, он знает все, он сказал: «Не беспокой ее, пускай она смотрит на Джаганатху, у меня нет такого чувства, такой
такого настроения, такой огромной любви к Джаганнатху, такого влечения. Смотри, с каким чувством она смотрит на Джаганнатха. Даже она не поняла, что она наступила на мое плечо. Смотри, какое вдохновение у нее, какое чувство. И разве Махапрабху ненавидел женщин или я? Кто сказал об этом? И таким образом Махапрабху вот явил такую лилу, и есть еще какие-то примеры. И вот я еще приведу несколько примеров, чтобы вы хотели, хотя бы не потеряли свою человечность, поскольку если вы потеряете человечность, как вы можете совершать баджан? Шрила Вамангасвами Махарадж говорил, и я часто говорю, что Шрила Вамангасвами Махарадж, я также говорю о том, что если я не могу стать совершенным человеком, то как я могу стать саду, если я даже человеком не могу стать? Если у меня не будет человеческих качеств, то как же стать саду? Деградация человечности очень плоха. Это плохо, что у нас нет любви друг к другу, что мы без такие бессердечные, как безбожники. Нет взаимного уважения. Если у нас, то это плохо. No making, only breaking mood. You have only breaking mood. You like to break. И у некоторых, к сожалению, like есть to, такое like настроение like все ломать, а не создавать. I like to create one centrifugal force. I like to make one centrifugal force, so that depending upon Bhaktivinoda Thakura Prabhupada, all like a smooth, you know, a wheel rolling, you know, around. А я хочу сделать так, чтобы все было в гармонии, все существовало в гармонии. Шрила Прабхупад написал одну статью, ну, о том, что некоторые люди только ломают все, не могут ничего создать из-за того, что у них нет человечности. А если бы у таких людей была человечность, то вели бы себя люди по-другому, если кто-то перед нами. Если кто-то перед нами, если кто-то умирает или нужно помочь кому-то, то нужно помочь человеку, несмотря на то, что мы можем оскверниться как-то или еще что-то. Шрила Вамангасвами Махарадж говорил, что если мы не можем стать человеком, как мы можем стать чистым преданным ачарьей? И сейчас, к сожалению, из-за влияния майи все возможно. Некоторые даже человеческих качеств не имеют, а уже пост ачарьи занимают. Но это, к сожалению, возможно только в Кали-югу из-за влияния майи. И если кто-то находится в майе, то они везде видят майю. Как, например, если кто-то стремится к славе и популярности, они всегда думают об этом. Те, кто имеют слабость к противоположному полу, то тоже видят это везде. Was one day in Assam preaching tour. He was so sick, so sick. Шрила Вамангасвами Махарадж был в Ассаме однажды, он там заболел чем-то, у него температура была высокая, лихорадка. Сейчас, к сожалению, никто из ачарьи не думает о таких не сейчас никто не может проповедовать в таких простых условиях, как Шрила Ваман Махарадж, просто живя в шалаше каком-то. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж проповедовал в Ассаме. Там вообще удобств никаких не было, даже жить негде было. И Мадхава Госвами Махарадж, он спал на какой-то бамбуковой, в шалаше каком-то, на улице. И Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж спал. Ну, там была какая-то две этих кровати, одна на другую поставлена. Такая двухуровневая бамбуковая кровать.
И вот Мадхав Госвами Махарадж сверху спал, а Тиртха Госвами Махарадж посередине спал, а снизу еще кто-то. И вот Тиртха Госвами Махарадж проснулся, услышал змеи шуршат. Но все же у меня не, он говорил, что у меня не было страха, поскольку Гурдев был рядом, Гуру Крипа Хи Кевалам. И поэтому я не могу бояться. Шрила Тиртха Госвами Махарадж, он показал пример самопредания, почему я люблю и уважаю Шрилу Бхакти Валабху Тиртху Госвами Махараджа. Он подал пример самопредания, как нужно предаться полностью без остатка. Он был очень простосердечен, очень простый, но не все смогли понять его. Кто-то его игнорировал, я знаю таких. И такие люди получают последствия в соответствии с этим. Шрила Ваман Госвами Махарадж говорил, я слышал от его севака, однажды у него была большая температура, лихорадка какая-то ему. Он был в Ассаме в то время, его поселили в какую-то глиняную хижину, и его температура была все выше и выше, и севак, он пытался как-то охладить его водой, и одна матаджис, такая чистая и просто сердечная, она плакала и взяла за руку. Она взяла за голову Вамана Госвами Махараджа и спросила: «Гурудев, что случилось с вами?» И вот она так плакала и прикоснулась к Вамане Госвами Махараджу, к его голове, и тут севака. И тут севак начал орать, возмущаться, что зачем, что ты смеешь, зачем Гурудева трогаешь, но Ваман Госвами Махарадж сказал, что пускай трогает такой любви, какая есть у нее, это пример для нас. И если мы бессердечны, то учим других другим вещам. И некоторые попадают под влияние майи и начинают ненавидеть женщин или еще какие-то вещи. Если мы так будем делать, то даже капли бхакти мы не обретем из-за того, что мы совершаем ошибки, оскорбления. Можно запомнить все шастры, но что толку от этого до тех пор, пока вы не разовьете огромную любовь к Гуру Вайшнавам. Если вы захотите отдать жизнь ради Гуру Вайшнавам, единственное, кто может что-то... То есть некоторые люди не понимают, как и чему следовать, а просто имитируют. Кто-то меня пытается имитировать. Если у меня есть любовь ко всем живым существам, даже к матаджи, я вижу Радхарани внутри каждой женщины. А если вы ведете себя по-другому, то как же вы меня понимаете? Шрила Прабхупад никогда не вел себя так. Если кто-то так как-то ненавидит женщин, или как-то презирает, или ведет себя неподобающе, это говорит о том, что у него в сердце какое-то скрытое вожделение. Если он не сможет исправиться, то последствия будут печальными. Однажды я привел пример одному ачарье. Я просто сказал ему, что вы выбраны как ачарья, вы саньяси, вы не должны иметь какую-то связь с вашим домом, ходить, но дом свой прежний посещайте так часто, читать какие-то книги гомеопатические и прочее. И вот как вот Рупа Госвами, по-моему, сказал, что нет нужды
изучать различные учения, читать книги, которые не имеют связи с преданностью. И вот я этом ачаре, этот ачарья говорил, что я не отличен от его гурудева. Они кланялись, полные распростертые поклоны, предлагали поклонение, хотели поклоняться стопам Махараджа, слушали все наставления. Но потом, когда Махарадж сказал такие вещи, что если вы саньяси, то вы не должны так часто свой дом посещать и иметь какую-то связь с вашим домом, изучать какие-то посторонние книги, но потом этот ачарья не смог дальше следовать Махараджу. И сейчас уже не видят гурудева во мне. И вот смотрите, какое влияние майя. Я просто сказал такие простые вещи. Я никогда не говорил так, чтобы вы неправильно поняли меня. Ачарья, он являет свой идеализм, огромную любовь к Гуру Вайшнавам, значит, что мы должны исполнять все указания Гуру Вайшнавов. А если вы следуете каким-то обусловленным душам, как Ачарьи, то у меня нет никакой ответственности, что я могу сделать. Вы можете слушать, пытаться исправиться. Вчера я сказал, я могу привести примеры шастры, вот сейчас смотрите. Кто-то сказал, что мой Гурудев позволил мне дом посещать свой. Я сказал, что Садгуру никогда не может сказать так. Вы говорите неправильно, хотя... А еще... Саньяси сказал, что если тяжело содержать много храмов, можно всех божеств собрать в одной комнате и там поклоняться. Я сказал, что ваш Гурудев обмануть вас хотел, поскольку настоящий гуру так не скажет. Мы под руководством Шрилы Прабхупады, значит, под руководством Шрилы Радхарани и Рупы Госвами, я могу показать вам, что ачарьятва, идеализм Шрилы Прабхупады. И вот и в дальнейшем Махарадж будет говорить о Шриле Прабхупаде и Рада Анугати. Что такое Рада Анугати? Садгуру никогда не сможет, настоящий Гауди Саду никогда не скажет так, поскольку наша цель непрерывный Харикиртан, непрерывная Харикатха. Как Гурудев может сказать, что мы все остановили, прекратили совершать Харинам? Гурудев никогда такого не скажет. Вот Гурудев возраст 90, вот Шрила Пури Госвами Махарадж, он в 90 лет сказал, что Шрила Прабхупада дал мне эту ручку, я совершаю это служение. И также я провозглашаю, что Гурудев дал мне это служение говорить Харикатху, писать книги, и даже если один человек или два человека в мире они примут это, то я буду доволен. Я буду исполнять мои обязанности, это также баджан для меня, исполнять наставления Гурудева. И вот я сказал им, что разве ваш Гурудев сказал вам так? Гурудев никогда не может дать такие наставления, что нужно саньяси ходить домой, в свою прежнюю семью. А как же такой ачарья будет проповедовать, если он говорит, что мы должны развивать непривязанность, а сам ничему не следует? То есть кто-то может красиво говорить, но сам, если этому ничему не следует, то что толку от этого?
Садхгуру никогда не может сказать так. Если кто-то может говорить о чем-то, красиво петь, но ничему не следует, то что толку? Ну, то есть есть такие ачарьи, которые говорят другим, что делать, но сами своим примером не могут ничего показать. И я сказал тому глупому ачарье, вчера я говорил, что если кто-то умирает сам, это хорошо. Если какой-то ачарья умирает вместе с тысячами своими последователей, то это опасно. Мы не развиваем наше сознание, чтобы исправить эту неправильную ситуацию. Но Шрила Бхактивинода Такур говорит, что это главная обязанность совершенного ачарьи, чтобы позаботиться о всей сампрадае. Но сейчас, к сожалению, люди заняты своим храмом, своим, ну, каким-то своими отдельными делами, но пытаются построить храм своему Гурудеву больше, чем храм Шрилы Прабхупады, даже не интересуется тем, будет ли Гурудев доволен их служением или нет. Настолько глупо. Они даже не знают этого. Кто-то совершает севу, но что значит сева? Если мы совершаем служение Гурваге или Прабхупаде, то мы должны поинтересоваться, будут ли довольны они нашим служением или нет. Если наш Гурудев совершенно недоволен этим служением, будет ли доволен Гурудев, если построить его храм больше, чем храм Шрилы Прабхупады? Это просто Майявада, где могу прикоснуться к стопам Шрилы Прабхупады и заявить, что такие люди Майявади, настолько я уверен. Их внешние попытки могут внешне красиво выглядеть, но они Майявади. И у таких людей нет представления о чистой преданности. И вот я сказал тому глупому ачарье, который своим примером может погубить тысячи людей в нашем обществе, поэтому такие вещи должны быть остановлены. Мы должны говорить о том, что Шрила Прабхупад говорил о ачарьяде, о идеализме. И обязанность Баларама, чтобы наказать таких людей. If at all I am speaking Harikatha by the desire of Nityananda, then let them. Если я говорю Харикатху по желанию Нитянанды, то это будет совершенно другой результат, если я говорю сам по себе. И такие вот неправильные ачарьи, которые своим неправильным примером обманывают других, то их участь очень печальна. И вот однажды Шрила Прабхупад услышал из своего Бхаджан-Кутира, что кто-то Джайадхвани возносит, и спросил, кто тут Джайадхвани, и повторял, да вот тот человек, это что он, Майявади тоже Джай сказал. Чисто вайшнавы, их чувствительность настолько велика, что просто посмотря на нас, они, на кого-то они уже видят, что человек Майявади. Например, я уже говорил, что Майявади Ачарья, который в одежде Гаудия Ачарья,
своим примером, он дурной пример обществу подает, и такие люди не будут прощены долгое-долгое время. И Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто заявляют, что они с нашей парампары, но сами они выступают против нее, против Гауди Дхары, то такие люди, несомненно, майявади, они должны быть изолированы, изгнаны из нашего общества. И однажды я был там как-то, ну, в том храме утром. И вот утром они пригласили меня, я вынужден был туда прийти, когда и вот я обсуждал, что те вот преданные, они кому-то нужно жениться, чтобы, ну, род продолжать как-то, вот можно пускай жениться, служат в храме хотя бы раз в неделю. И вот они перед публикой начали возмущаться, что мой Гурудев такого не говорил, а я говорю, и вот, ну, я сказал, что плохого в этом. Госвами Махарадж, он был женат, Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он тоже был женат, и все равно они служили Шри Прабхупаде, и в Матхе служили, и почему вы так ведете себя? И вот потом я сказал, что вы говорите, что я не отличен от вашего Гурудева, но не принимайте мои слова, что это. И вот сейчас это доказано, что, ну, в общем, тот преданный, который возмущался, потом выяснилось, что он не тот, кто себя, кого из себя строит. И вот пример. Однажды был пожар в здании. И вот там был один брахмачари, и Гурудев там был. Все вышли, там одна девочка лет 15, она могла бы выбежать теоретически, но боялась. И Гурудев сказал тому брахмачари: «О, мой сын, можешь ли ты спасти ту девочку из пожара?» И тот сказал: «Гурудев, если вы скажете, то я смогу». И он побежал, схватил эту девочку, выбежал с ней с этого пожара. Она была спасена, и Гурудев благословил с этого брахмачари. Но брахмачари, они не должны, по идее, прикасаться к матаджам. Но иногда ситуация такая, что вопрос жизни и смерти тут уже не до принципов того, чтобы не касаться к женщин. И вот я сказал пример этому брахмачари, что тот глупый саньяси, Гурудев в то время дал указание брахмачари спасти ту девочку, поскольку она была в опасности пожара. Но это не значит, что этот брахмачари после того, как он спас эту девочку с пожара, потом может лапать всех женщин. Это глупая идея. То есть это в то время это был особый случай, и это не значит, что Гурудев дал право этому брахмачари прикасаться ко всем женщинам. Это был особый случай, что нужно было спасти ее из пожара, поэтому он вынужден был ее взять и вытащить из огня. Если это был подлинный брахмачари, у него таких мыслей не возникло бы. И вот, когда я говорю Харикатху, привожу различные примеры, я привожу примеры, какие-то эти мильные камни, но подобные примеры на нашем пути, указатели на нашем пути, говорю о них,
если мы не можем следовать Гуру Вайшнавам всем сердцем, то кто-то может как-то имитировать и таким образом хочет показать другим, что они сами Вайшнавы. Когда Махапрабху был вынужден дать Махапрасад Нараяне Деви, Нараяне была пятилетней девочкой. Она была дочь брата Шивас Пандита. И Махапрабху был там, и после того, как он принял прасад, дал Нараяне прасад, глупые сахаджи, они тут утверждают, что Махапрабху, он тоже любил Нараяне, и как какие-то скверные эти идеи представляют, но это из-за такого испорченных нравов, испорченных институтов образования, духовных организаций испорченных. Вот как есть, например, так называемые ученые в Калькутском университете, они в своих изысканиях приходят к выводу, что Махапрабху по любви женился на Вишнупри. И если бы я встретил этих ученых, я дал бы им тапком по их лицу. А эти профессора в том университете настолько глупы, что дали докторскую степень этим так называемым ученым. И вот эта шлока, с которой я начал. И вот те, кто предаются полностью на 100% лотосным стопам Мукунды через Гуру Вайшнавов, но прямое самопредание невозможно. Есть то, что мы не видим, не чувствуем, как мы можем предаться только через Гуру и Вайшнавов, и поэтому говорится, обычно все человеческие существа, они рождаются в этом мире. И у них есть какие-то обязанности, какие-то долги, если они их не исполняют, то в долгах оказываются, как риши и муни, наши предки. Мы в долгу перед обществом, перед животными, перед всем. Сегодня со времени достаточно, я могу рассказать о том, как оскорбления появляются. Гуру Махарадж хотел показать нам: о, мой сын, если вы не сможете совершать баджан, это пойдет. Но ни в коем случае не совершайте никаких оскорблений. Будьте осторожны, если вы будете совершать оскорбления, то будете только деградировать и деградировать. Паддавати, жена Джайдева Госвами, я расскажу о ней, ее день явления вскоре. И вот Джайдев Госвами, он говорил, что я хожу. И вот тот, кто... И вот Джайдев, он говорил, то, что он ходит вокруг лотосных стоп своей жены, что такое... Если кто-то
предался лотосным стопам Гуру Вайшнавов, лотосным стопам Мукунды, то у него уже не остается никаких долгов ни перед кем и ни перед чем. И все его долги не автоматически исполняются, поскольку Нарада, он говорит, и вот он говорит, когда мы примем лотосные стопы Господа Гуру Вайшнавов, Нитьянанды, Гаурахари, то все наши обязанности, долги по отношению ко всем остальным, они исполняются, и наша единственная обязанность — это совершать преданность лотосным стопам Верховного Господа. Это наша единственная обязанность, которая у нас есть. Но когда мы находимся в этом материальном мире, когда мы живем этой семейной жизнью, это более безопасно. Я очень опечален, если вижу, что люди из Запада или местные, что они говорят, что мы иностранцы, нам, для нас эти правила и предписания неприменимы. Почему вы говорите так? Преданные, значит, преданные. Почему вы делите, что кто-то иностранный преданный может заниматься чем угодно? То есть, если человек ведет себя недостойным образом, то прикрываясь там, что, тем, что он иностранный преданный, то это плохо. Если мы приняли Бхагавад-дхарму, то должны следовать ей полностью. Что-то кому-то нравится, что-то не нравится, но мы должны следовать, мы должны вести свою жизнь в соответствии с Писаниями. Если у нас у себя куча недостатков, то что толку находить их в жене или еще в ком-то? Нужно просто жить жизнью в соответствии с Писаниями. И вот если мы примем ведическую культуру, Бхагавад-дхарму, то почему мы... То есть мы и вести себя достойным образом по отношению к жене. Жене должны, например, и к другим родственникам. И сейчас жизнь домохозяева, жизнь домохозяина лучше, поскольку какие-то лицемерные саньяси или брахмачари, они в ад попадают из-за своего лицемерия. Когда меня просят, что кто-то хочет стать саньяси или брахмачари, то я говорю, нет, лучше живите семейной, нормальной семейной жизнью, как Махапрабху сказал Рагхунатху Дасу, что успокойся, постепенно Маркот байрагго на коро лог дахайя. Don't try to open a show business exhibition of байрагья. Don't try to show that. Mahaprabhu speaking. Маркот байрагго like monkey. Маркот байрагго на коро лог дахайя. Ятха йогго вишай бунжо анасакто хия. Without any affinity inside heart, you go on accepting family matters. С непривязанностью жить такой семейной жизнью, как показал Шрила Бхактивинода Тхакур нам. Посмотрите, как он прекрасно явил пример того, как жить семейной жизнью. И в то же самое время он поддерживал практику преданности, а как совершал бхакти, причем настолько интенсивно, что мы не можем представить себе даже во сне. Вот он работал в правительстве, свои все обязанности исполнял, писал киртаны, много харинама повторял. Много детей у него было, он все связал с Кришной. External people have no information that is a great devotee, is a
И люди, никто не знал, что он великий преданный личный спутник Гауранги Махапрабху. А сейчас, к сожалению, люди обманываются, умирают, поскольку они хотят быть обманутыми, и вот обманываются, как если кто-то хочет, вот просит у меня благословения войти на, в отреченный уклад жизни, то я никому не позволяю. А если вы все, поскольку если вы искусственно будете жить какой-то отреченной жизнью, то и будете лицемерить, то очень большое наказание за это ждет. Поэтому гораздо лучше жить такой семейной жизнью, иметь прекрасные отношения с женой, с детьми и прочими. Как вот среди спутников Махапрабху практически все домохозяева отреченных очень мало единицы. И в Кали-югу это все очень опасно. На каждую часть секунды мы можем совершать оскорбление. И если мы совершаем какие-то оскорбления в адрес преданных, то это будет причиной нашей деградации. И поэтому Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж предупреждал нас насчет вайшнава-апаратхи. Он написал книгу, чтобы помочь людям избегать вайшнава-апаратхи. А, на английском эта книга называется «Сердце Кришны», «Heart of Krishna». На русском «Сердце Кришны», Шрила Пури Госвами Махарадж. И вот я могу показать письмо Шрилы Кешава Госвами Махараджи, Вамана Госвами Махараджи, я тоже иногда пишу письма кому-то, каким-то преданным, и Матаджи, которые что-то спрашивают. И Шрила Прабхупада, он также писал письма всем преданным с огромной любовью, с огромной заботой. Если вы почитаете эти письма, вы поймете, что нас, какую огромную любовь Шрила Прабхупада имел к преданным. Внешне Шрила Прабхупад, он был отречен, и для того, чтобы обычные люди, они видели. А вот обычные люди, они настолько глупы, они пытаются недостатки вайшнавах найти. Give some example, Maharaj Dhamma. That's why we are maintaining strictness. That doesn't mean we hate, no. So, Naraji Maharaj is going to give example. И вот Нарада приводит пример. Naraji Maharaj giving here Rajan. О, царь. If somebody going to give water. Если кто-то поливает корень дерева, то тогда все дерево, оно будет напитано, оно получит питание, воду. Все ветки, листья, они будут напитаны водой, поскольку мы поливаем корень дерева, и также коренная причина этих бесчисленных миров – это Кришна Говинда, Ишвара Парама Кришна. Вот как в этой шлоке говорится. И поэтому, если мы совершаем бхакти не подлинно, не, без всякого лицемерия бхакти, если мы сможем показать преданность лотосным стопам Верховного Господа, то тогда никаких обязанностей не остается нам. Иначе какие-то люди рождаются в этом мире, умирают. Scriptural analysis given by them. We have to. There is a Rishirin. We have to practice. И вот Rishirin, Риши, они дают наставления, они дают, являют шастры, и мы в долгу перед ними. Питри, правоцы, если мы не вступаем в отреченный уклад жизни, то это другое. И вот если мы вступили в семейную жизнь, мы должны рожать детей, поклоняться, не поклоняться, а вот, заботиться о своих предках, а вот, тем образом отдавая им долг Бутарин,
другие живые существа тоже мы должны, что-то должны им, но все мы должны видеть в связи с Кришной, как Рунтидев. И таким образом все вот маленькие создания, они тоже, мы тоже должны им что-то, полубоги тоже мы должны предлагать им что-то. И в Гите Махапрабху также говорит, что ягья была, вишва-ягья организована, Брахмой, чтобы каждый мог стать доволен. Мы, то есть, если мы кому-то служим, например, полубогам подношение подносим, то полубоги в итоге довольны будут нами. Я не призываю вас поклоняться полубогам отдельно, но нет, те, кто совершают Кришна-бхакти, для них единственная обязанность, я уже сказал в этой шлоке, что нужно поливать корень дерева, который олицетворяет собой Кришну. И пример такой, когда мы едим ртом, то все остальные органы чувств, они наполняются энергией через пищеварительную систему. И таким же образом Кришна Бхакти, она может полностью насытить нас. А другие люди, они должны отдавать долги родителям, полубогам, всем живым существам и прочим, прочим. А избавиться от всех долгов, от всех обязанностей можно только совершая Кришна Бхакти. Если у нас хорошая семья, то мы должны ее поддерживать, помогать, вести себя должным образом, и те, кто на 100% предаются Кришне, Мукунде, то у них никаких долгов и обязанностей не остается в их жизни. И это обязанность ачарьи учить своих учеников таким образом. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто подлинные ачарьи, они могут помочь вам проявить значение мантры. Не так, что сейчас я хочу дать посвящение сотне людей, а потом что делать, что такое посвящение. Сохраняя все анархии из-за своих прошлых грехов, оскорблений, то Шрила, подлинный Садгуру никогда не дает посвящение таким людям. Сначала он ждет и смотрит на дживатму, которая хочет получить посвящение, и эта дживатма, она тоже смотрит на Гурудева, и вот это такие кандидаты должны обрести духовное видение, чтобы осознать Гурудева, его бхаву, настроение и все остальное. То есть не должно быть такого, что дикшу раздают каким-то людям, которые недостойны совершенно. Вчера я сказал, что если вы получаете мантру из неправильного источника, то обязанность шастры. И вот говорится, что если мы не сможем получить мантру от чистого вайшнава, какого-то осквернения, зависть и прочие вещи, то у этого гуру есть, то мы такого гуру должны избегать. И как понять, что какой-то гуру сахаджи или какое-то общество? Первый признак, то, что они не принимают сиддханту Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Авайшнава мукха падишта мантрена нираян бхаджа.
Если мы получаем мантру от какой-то обусловленной падшей души, которая действует как гуру, то тогда мы попадем в итоге в ад, и тот, кто дает мантры, он тоже попадает в ад. И вот наставление шастр, указание шастр в том, что мы должны принять опять садгуру. Если вот попался какой-то ложный гуру нам сначала, мы должны опять получить посвящение у него. И вот мы должны принять мантру от чистого вайшнава, таково правило. И вот можно вспомнить, что вчера я говорил об одной шлоке в начале. И вот те смертные люди, люди, они смертны. Если эти дживатмы, они оставят все свои обязанности, особенно люди, и если они полностью предадутся лотосным стопам Верховного Господа, они полностью, их, если их желания будут в гармонии с желаниями Верховного Господа, Гуру Вайшнавов полностью, то тогда, несомненно, они обретут нектар. Нектар значит преданность. Без преданности, без достижения в преданности никто не может такого сделать. Такое терпение перед смертью. У кого оно может быть? Жизнь, смерть, она неизбежна, но чистые гуру вайшнавы даже перед лицом смерти они не меняют своих убеждений. Лучше они умрут, но не изменят своих сиддханты. И в этом случае они смогут обрести амриту. Бхакти. И вот Бхагаван сможет находиться внутри их сердца и по-настоящему отдохнуть. И вот Читананда, Сатчитананда, мой Бхагаван и Верховный Господь, они воссядут в сердце таких преданных, и все проблемы не закончатся. Есть одна проблема, Шрила Прабхупад говорил об этом. Я в следующий день буду говорить. Можете не напоминать. И вот Шрила Прабхупад говорит, что есть много разных проблем, но главная суть их в том, что мы не хотим понять адвагентатву, и от этого все проблемы возникают. И вот когда эти смертные люди, они когда осознают, что смерть неизбежна, они знают, что живут какие-то годы, месяцы, недели, дни, часы, минуты, секунды, это математически можно посчитать. И вот я вчера говорил о том, что Арджуна перед Бхагаваном Шри Кришной говорил об этой шлоке. Бхагавад-гита — это основа, и мы должны понять ее. Игнорируя Бхагавад-гиту, мы никогда не станем успешными. Что Кришна говорит? Мы должны изменить наш ужасный стиль жизни, мы должны быть очень научны в духовной практике. А если мы ведем себя недостойно, причиняем страдания другим живым существам, то как мы можем прогрессировать? А если мы думаем, что просто запомнили что-то и поэтому выше других, то это неправильно. Наша жизнь должна быть посвящена поиску Кришны, и по милости Гуру Вайшнавов мы можем узнать обо всем и начать служение.
И в седьмой части я сказал о Сиддханте Прахлада Махараджа, когда материалисты, они оставляют склонность к наслаждению, то в этом случае я много раз говорил об этом, это Сиддханта Прахлада Махараджа. Когда дживатма отрекается от склонности к наслаждению с помощью юкта-вайраги, когда дживатма пытается служить абсолютному Господу, лучшим образом она получает автоматически божественную силу Верховного Господа. Любые желания, когда человек отказывается от тех желаний, то в этом случае Бхагаватая Калпате, в это время он обретает силу Верховного Господа, но не перед этим, только когда он оставит все свои желания, а лицемерное отречение, лицемерное саньяса никаких результатов не принесут. Это все бесполезно. Лучше жить жизнью домохозяина очень научным образом. И вот в этом случае Бхагаван говорит перед Удавой. То есть есть одна проблема, то что нету бхакти. Если бхакти есть, то все проблемы они уходят. Однажды Кришнадас Бабаджи Махарадж спросил, откуда у вас столько проблем? У нас одна проблема, то, что мы не можем повторять святые имена, а у вас так много аргументов. И вот этот Кришнадас Бабаджи Махарадж, он отвечал Харе Кришна на все возможные проблемы, с которыми кто-то приходил к нему. А если кто-то хочет попасть в Майю, то кто я, чтобы вас останавливать? И вот дживатма, она может обрести трансцендентное блаженство. И также я говорил об этой шлоке достаточно давно, и завтра опять буду говорить о ней. И вот это обязанность ачарьи утвердить бхакти в сердцах тех, кто пришли к нему. Сначала ачарья должен очистить сердце тех, кто пришел получать дикшу. Если Гурудев оставляет все свои прежние анархи, я даю дикшу такому человеку, ученики, которые приходят принять эту дикшу, не понимая, что такое преданность, они не даются лотосным стопам Гурупад Падмы. Я уже говорил, что не предав все, человек не может получить дивья гьяну через дикшу. Если кто-то хочет получить дикшу от какого-то садгуру, то он полную дикшу не может получить дивья гьян. И такое самопредание должно быть у нас. А если есть какое-то лицемерие, то это плохо, и мы не сможем стать успешными. И также я вчера говорил, что шесть...
И вот Махарадж говорил о каких-то о шаранагати и о недостатках, которые могут быть. И вот Махарадж говорил о этом киртане, который написал Шрила Бхактивинода Тхакур, и впоследствии Шрила Бхактивинода Тхакур, он явил очень смиренную. И вот Бхактивинода Тхакур, он схватал Рупа Санатану за их лотосные стопы и говорил. И вот плача и плача, и говоря: «О Господь, я падшая душа, нет для меня никакого другого пути. Если ты можешь спасти меня, то тогда я буду жить, и помоги мне, научи шаранагати». Кто-то только говорит лекции о том, что шаранагати — основа всего, но что такое шаранагати, если вы поймете, то как вы сможете совершать такую ошибку? Но я, конечно, знаю, что есть люди, которые только ломать умеют, а не строить. Sharanagati. Six kinds of Sharanagati. I am going to discuss this point. Surely I can discuss that how Prabhupada wanted to speak. Я буду говорить о шести сложном Шаранагати и о том, что Шрила Прабхупад говорил, что мы не можем исправить чистого Ачарью. Чистый Ачарья сам является, мы не можем. One cannot give telling to Acharya is self-manifested. Then I can show. Как-то влиять на Ачарью. Ачарья, он самопроявлен. Я покажу, что Ачарья не может иметь никаких изъянов. Ачарья, он безупречен. Так, Ачарья, он самопроявлен. Так много глубокой философии здесь, в Гауди обществе, что даже за бесчисленное число времени мы не сможем переварить все, осознать, а мы, к сожалению, заняты борьбой какой-то грязной чистотой. Что это за чистота? Если сердце, если Кришна, он явится в нашем сердце, то это будет действительно чудо. И вот Tatha Atmo Nikhepa Karpanyam Sharavida Saranagati. Six different kind of, Saranagati, folds of Saranagati. И вот есть эти шесть видов Саранагати, что благоприятно для Кришна Бхакти. Это мы можем делать. Рупа Госвами то же самое говорит. Анукулья, Анукулья Радарани, under our guidance we can do it. Prabhupada Goswami already told in sloka in Rasamrita Sindhu, So anna vilasita sunyam gyan karmadi anabritam anukulena krishnanu siranam bhakti ruttama. If you cannot enter into uttama bhakti, если мы не сможем войти на путь уттама бхакти, это очень долгая тема о Рай Рамананда Самвати, но она очень нужна. Если я по милости Прабхупады и Бхактивинода Тхакура все пойму и смогу объяснить вам, то это очень благоприятно. Гита, несомненно, очень важна, но надо закончить это. И вот это значит то, что благоприятно для Кришна Бхакти, благоприятно значит то, что одобряет Кришна.
то, что мы хотим сделать для бхакти, это не так хорошо, как сделать то, что хочет Кришна. И вот то, что Кришна анукул, то, что благоприятно для Кришна бхакти, мы должны делать это, а то, что протикул неблагоприятно, мы должны отказаться от всего неблагоприятного для Кришна бхакти. И вот Кришна может защитить нас. У нас должна быть такая вера, что Кришна защитит нас. Кришна, Он только Он наш защитник и тот, кто хранит нас, тот, по чьей милости мы живем. И Кришна может поддержать все. Вот как я, кто поддерживает Гошалу и все остальное, кто я. Все по милости Кришны происходит. Я не могу ничего сделать. И если у меня есть преданность, то автоматически все это происходит. По воле Кришны все происходит само собой. Зачем мне бояться? Кришна, Он Паланкарта, Он поддерживает всех. Мы должны знать это. И мое желание таково, что у меня не должно быть никаких отдельных желаний от Кришны. Наши желания должны находиться в гармонии с Кришной. И в тот день, когда наши желания придут в гармонии с Гуру, Вайшнавами и Бхагаваном, то этот день будет успешным. Мы достигнем успеха в этом. И вот слово «карпанья». Мы должны быть смиренны. Гуру Вайшнавы, они могут говорить иногда сильно жестко, но это не значит, что они теряют свое смирение. Поскольку они говорят жестко, чтобы как-то исправить, помочь этим обусловленным душам, это подобно лекарству, а не потому, что они гневаются на что-то. Это не так. Гуру Вайшнавы всегда думают, что я падшая душа. И если они не думали бы так, то они никогда бы не смогли говорить Харикатху. Если бы у них были какие-то желания стремиться к какой-то персональной славе, они никогда бы не смогли говорить Харикатху. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, у кого нету никакого намерение собирать славу, почести, то те подлинные тринадапи. Но кто-то думает, что Кешав Госвами Махарадж говорит жестко, или Санда Госвами Махарадж говорит очень сильно жестко, у них нет тринадапи. Но нет, это глупо. Поскольку тринадапи возможно только для преданного, у которого нет никаких желаний. И вот посторонних желаний, отличных от Кришны. И вот чистые гуру Вайшнавы, они всегда поддерживают это чувство тринадапи. Они всегда думают, что я падшая душа. И поэтому они могут говорить Харикатху, поскольку третье условие, данное Махапрабху, и вот то, что Харикиртан может быть, если мы удовлетворим это условие, если у нас нет качества тринадапи, если я не выражаю почтение вам всем, если у меня есть склонность к наслаждению, то тогда я никогда не смогу говорить Харикатху в этом условии, которое установил Махапрабху. У нас должно быть такое терпение. Люди могут выгнать нас, разгневаться как-то, но все равно мы должны иметь терпение, поскольку если мы не сможем иметь терпение, то и если у нас не будет такого качества терпения, то Харинам не сможет танцевать на нашем языке. И вот Махапрабху говорит: if you like to get the quality,
если мы хотим получить качество для воспевания святых имен, то мы должны следовать этой процедуре, мы должны стать тринадапи, иначе это не... И те, кто совершает ванисеву, я не могу ожидать от них ложного эго. Те, кто совершает подлинное ванисеву, как я могу ожидать, что они ложное эго так являют, пытаются показать, что они лучше, чем другие. Если гуру вайшнавы, они выкинут вас из своего ума, то вы можете отправиться в любое место в мире. А если вы оставите гуру вайшнавов, то вы станете подобно нищему, и никто не будет приходить и спрашивать у вас какие-то вопросы. Поэтому не совершайте вайшнавапара. Сегодня времени мало, и в дальнейшем я буду говорить об этом. И вот смотрите, таким образом, я уже говорил о том, что ачарья должен доказать все. А фамилия ачарьи должна быть идеалом, и мы должны смотреть, что ачарья делает. Ачарана ачарьи очень важен. Если ачарья не даст нам должного урока, то что с нами будет? Мы просто будем подобны обезьянам. И будет происходить такое же, как и сейчас под именем дикши. Если вы дикшу даете, почему достойную дикшу не дать людям? Если вы сами не понимаете значение мантры, то что толку, что вы кому-то их даете? Это подобно рождению незаконных детей. Если вы должны осознать, что такое дикша, что такое гуру-таттва и все прочее. Можно видеть, люди просят дикшу, но должны понять, что такое дикша сначала. А есть еще такие, которые раздают дикшу направо и налево, еще хуже. И говорят при этом всякую ересь. Идеализм ачарьи очень важен. Если ачарьи не будут идеалами, то какой урок они дадут обществу? И вот первое, что нам нужно, это исправить всю ситуацию. Шрила Прабхупад говорит, когда ситуация вне нашего контроля, то тогда Бхагаван, Верховный Господь. И вот иногда Верховный Господь сам является, иногда посылает своих спутников, чтобы они исправили всю ситуацию в этом материальном мире. И вот вчера я говорил о различных ачарьях на различных уровнях преданного служения, говорил о девяти сложном бхакти и девяти этих преданных, которые своим примером показывают, как идеально слушать, воспевать, помнить, служить и прочие, как в этой шлоке описываются практики преданного служения. The idealism of a singer of the glories of Supreme Lord is Sukadeva Goswami. Идеал того, как воспевать славу Верховного Господа, это Шукадева Госвами, а идеал ученика, который может идеально слушать Харикатху, это Парикшит Махарадж. Он явил своим примером, как идеально слушать Прахлад, как помнить. Он непрерывно памятовал Верховного Господа, это Прахлад Махарадж.
служение стопам Господа Лакшми Деви, Паритху Махарадж в пудже, в поклонении в Арчане, Акрур Махарадж в Абхивандане, Хануман в Адасе в служении, Арджуна в дружбе и Сарватма Ниведона Бали Махарадж, как полностью предаться Господу. Бали Махарадж привел пример своей жизнью, как достичь Кришна Бхакти. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что кто-то может следовать одному виду преданного служения, кто-то двум, кто-то пяти, кто-то девяти. Как Амбариш Махарадж, он все девять видов преданного служения совершал. Шабаймана Кришна Падаравинда Йорбачанси Вайкунта Гунана Варнани Караухарира Мандира Марджанадишу Шутим Чакарачита Садакатодай Мукундалингалая Даршане Дришоу Тадбитта Гатта Спарши Анга Сангамам Грананча Тадпада Сароджа Саурави Симаттула Шарасанам Тадарпите Падоу Харе Хетро Падану Сарпани Сиро Риси Кеса Падави Пандани Каманча Дасе Ноту Кама Каммая Ятоттама Слоко Янасра Ярати. So you see, you can recite with me. Савайману Кришна Падаравинда Йорбачанса Вайкунта Бунану Варнани Карау Харира Мандира Марджанадишу Шути Шути Шутинчакарачита Садакатодайи Мукундалингалайо Даршане Дришоу Тадбитта Гатта Спарши Анга Сангамам Грананчо Тадпада Сароджа Саураби Симаттула Шарасанам Тадарпите Падоу Харе Кетра Падану Сарпани Сиро Риши Кеша Падави Бандани Каманчо Дасе Нату Кама Камая Джатоттама Срока Джанасра Ярати. Сила Амбариш Махарадж, I can discuss this shloka someday. Я могу обсудить эту шлоку попозже. Шрила Амбариш Махарадж, он практиковал все девять видов преданного служения, но под в ключе Юкта Вайраги. Он делал все, но Юкта Вайраги, насколько велик Джанак Махарадж, он великий таттвавид. Все муни-риши, они выражают ему почтение, свое почтение. Как это возможно? Джанак Махарадж, он раджа-риши, он царь, и в то же самое время великий риши, великий таттвагьяни, даже Шукадев Госвами. Вьясадев Госвами, он был вынужден послать Шукадева Госвами к этому к нему на проверку, к этому раджа-риши, великому преданному. Поскольку без, если мы не можем получить одобрение от гуру и вайшнавов, если чистые гуру и вайшнавы не одобрят нас, такие как Сваруп Гасай, те, кто следует Сваруп Гасаю полностью, я могу сказать, что они чистые гуру и вайшнавы на нашей практике преданности, а те, кто игнорирует Сваруп Гасая, то это плохо. Но Сваруп Гасая очень тяжело следовать, но это возможно. И те настоящие гауди, они могут следовать. И вот Джанак Махарадж, он великий преданный. И вот Джанак Махарадж, он великий пример на пути преданности.
но внешне он царь. И вот здесь, смотрите, Амбариш Махарадж. Он практикует все девять практик преданного служения, и Махапрабху в Чайтанья Чайтамрите он говорит, что мы можем исполнять один вид преданного служения, два или три, или все девять, как Амбариш Махарадж, это зависит от нас. И вот Махапрабху говорит, что даже если мы следуем одной практике преданного служения, как Парикшит Махарадж, он только слушал и достиг успеха Шукадев Госвами о том, что говорил о славе Верховного Господа. Прохлад Махарадж о том, что помнил Лакшми, поклонению стопам Верховного Господа, Акур в восхвалении, воспевании славы Верховного Господа, Арджуна в дружбе, Бали в самопредании. Они примеры для нас. И таким образом Махапрабху говорит, это зависит от нашей любви. Мы можем следовать одной практике преданного служения или нескольким. Ништха, если у нас есть огромная вера, то такая огромная ништха, огромная вера даст нам сокровище премы, мы сможем обрести прему, но должна быть ништха у нас. Если ништхи нет, то что мы будем делать? И сейчас я хочу вернуться к тому, что хотел сказать Шрила Бхактивинода Тхакур. И Бхактивинода Тхакур говорит, что те, кто не следует той системе, которая установлена нашей Гурвагой, они враги сампрадая. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто принимают внешне эту сампрадаю, но на показ они как бы принимают нашу сампрадаю, но действуют полностью против. Их действия говорят, что они против нашей прежней гурварги. Они и такие люди, они враги сампрадаи. И защитить нашу сампрадаю Бхагава Дхарму Шудавани. И вот Махарадж сказал, что если мы не сможем защитить нашу сампрадаю Бхагава Дхарму, это значит, поскольку через если мы сможем защитить сампрадаю, то Шраута Пантха мы можем, то Шраута Пантха тоже будет защищена. Иногда в пранамантре, пранамантре Шрилы Прабхупады или других великих вайшнавах, там такие слова есть, что они защитники сампрадай. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, каково же значение ачарьи, каково подлинное значение ачарьи. Если мы
в жизни Ачарьи мы... А почему мы говорим Махабхагават? А потому что в жизни Ачарьи мы находим все принципы Бхагавад-дхармы в практическом применении в жизни Ачарьи. И поэтому Ачарья – это тот, кто Бхагавад-дхарму применяет в своей собственной жизни. А те, которые не следуют этому, просто пытаются славу как достижать, то это под влиянием Кали происходит. Однажды Дигвиджай Пандит в читании Бхагавати, ему же найти историю о нем, он хотел, ходил, собирал справки о том, что он победил кого-то. Но Махапрабху сказал ему, что твое пандитие, знание должно быть ради Кришна Бхакти, а не на показ людям. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, я И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, через аргументы, через споры ему можно что-то достичь в материальном мире, но на пути идеализма стать ачарьей невозможно. В Гаудия Сампрадае те, кто уже получил, а те, кто занимает пост ачарьи, они должны избавиться от всех недостатков и избавить от недостатков всех своих учеников. А если они не могут этого сделать, то что за дикшу они дают, если нет развития сознания в тех, кто принимает дикшу? Кто-то может заявлять, что вот 30 лет назад посвящение получил. И действительно ли так? Если 30 лет назад вы получили посвящение, то почему не видно божественного знания в вас? И действия такого человека, его лекции могут показать, что он падшая душа и против, и выступает против учения Писаний, а не ачарья. И вот ачарья может видеть Кришну, он может видеть майю, может видеть связь майи с Кришной. Ачарья может видеть связь между всеми душами и Кришной. Он может быть таттва-гьяна, самбандха-гьяна, она должна быть в полном великолепии. Просто быть эрудированным ученым, то это мало. Если у нас нет преданности, то как мы можем дать ее другим? И поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится, то, что для проповеди нам нужно только бхакти. Если у нас нет бхакти, то что мы можем дать другим? Yatha harunam bhaktir bhavishvati. I already told you many times before. It's the instruction of our previous. Я говорил раньше, это наставление нашего Брамаджи, нашего гуру. Брамаджи сказал Нараде,
эти слова. Ачарья может дать нам самбандхагьяну, и Шрила Бхактивинода Тхакура пишет в киртанах, если я смогу обрести подлинную самбандхагьяну от садгуру, если нет лицемерия в моем сердце, то тогда И вот если нет самбандхагьяны, то что Гурудев может дать нам? И Шрила Прабхупад говорит, то что посвящение, которое дает садгуру, через него он может явить значение мантры. Если вы повторяете мантры 20 лет последние, но не понимаете значение мантры, то ваша мантра джапа не успешна, и вы не достигли в ней успеха. Если вы повторяете мантры, да, конечно, можете повторять, но если вы не чувствуете значение мантры, то что за мантру вы повторяете? В шастрах говорится мантра и мантра девата. И вот в шастрах говорится, что мантру, которую мы повторяем, и мантра девата, мы должны получить даршан божества мантры, которые заведуют этой мантрой. И если мы не сможем понять эту мистерию мантры, божества мантры, то как мы можем обрести татвагьяну? И вот мантра девата и мантра, мы должны понять, это кто такой мантра девата, конкретные мантры. И Вьясадев Госвами также, по милости Нарады, он Шактивеш Аватара, но смотрите, Вьясадев Госвами по милости Нарады, он смог увидеть Jayasan mahita jiva atmanam trigunatmakam paro opi manute anartham tatkitan shabhi paddhati anartha upasamam shakshat bhakti yoga madhavishati. I can discuss all in details next day. So Vyasadev Goswami could see. И вот Вьясадев Госвами мог видеть Верховного Господа. Он мог видеть bhakti yogena manasi sammat pranita amara apashat purusham purna. Пурна Пуруш, Верховный Господь, и Майя, за ним Майя, и все. И по милости этой Майи все, все бесчисленные вселенные. И вот эта майя, она влияет на эти все вселенные. И если мы не можем понять значение анартхи, анартх, как и те, кто действует как ачарья, я, например, говорю вам лекции какие-то, но не могу понять анартху, анартхи, то как я могу помочь вам избавиться от анартха, от плохих качеств, если я сам этого не понимаю. И вот об анартхах я буду говорить, об их опасностях. Если какой-то запах анартхи есть, то мы никогда не сможем стать успешными. Шрила Бхактивинода Тхакура говорил, и Вишвана Чакравати также. И вот есть вот эти недостатки стремления к каким-то материальным вещам, слабость сердца, они подобны яду, оскорбления, различные виды оскорблений есть, и аналитически я буду обсуждать их. Ачарья татва очень сложная татва, если мы не сможем детально их обсудить, то обычные люди забудут.
А если вы слышали и сразу забыли, то как же вы слышали? И вот аппарат из Сварупви, Сварупвибрам, как-то так. Но будьте уверены, что без анартх, без того, чтобы убрать анартхи из своего сердца, если вы получаете дикшу от вашего гурудева, то это дикша ложная, будьте уверены. И не обижайтесь, поскольку вы не можете развить сабанта гьяну. Это киртан Шрилы Бхактивинода Тхакура. Когда же я обхиман ложное эго уйдет из моего сердца, Гурудев дал сабанта гьяну. Ачарья, тот, кто утвердился в сабанта-гьяне, не только это. Шрила Прабхупад сказал, что уникальный пример уникального ачарьи – это его уникальное служение. В жизни ачарьи мы не можем найти ничего материального. Все 24 часа в сутки он занят служением, служением и служением. Ничем иным. Чтобы понять ачарью, кто такой ачарья, мы должны понять свое положение также. И кто такой ачарья, мы должны понять. И вот не развив самбанта гьяны, мы никогда не можем совершить баджан. Я уже сказал об этом, и в следующий день, если времени достаточно, я буду говорить на эту тему. Если я сокращу, то кто-то может не понять полностью. И вот в прошлый раз одна матаджи спросила, как избавиться от аппарата. И вот Но я в дальнейшем буду говорить на эту тему. Мы слушаем Харикатху, но не все понимают полное ее значение, как, например, Инда Махараджи, отец Бали Махараджа, Верочин, они вроде слушали то же самое от одного гуру, но из-за разных самскар, недостатка понимания, один по одному понял, другой по другому. И вот мы должны слушать Харикатху непрерывно. Даже одну Харикатху мы должны слушать несколько раз, 5, а то и 10 раз. И вот я знаю одного преданного, он не раз 5 слушает Харикатху, потом рассказывает мне, что он понял. И вот Шрила Прабхупад пришел в форме Вани Сварупы, и мы настолько глупы, что не смогли принять его. Что говорить о нас с вами? Даже какие-то ученики Шрилы Прабхупады, они не смогли принять Шрилу Прабхупаду. А не поняв Вани Сварупу Шрилы Прабхупады, то наш баджан бесполезен. Внешние какие-то правила и предписания – это одно, они какие-то преданные этому следуют, чтобы дать пример людям, но имитировать это нельзя, иначе это очень опасно. И вот Вани Сварупу, мы должны понять Вани Сварупу Гурварги Ачарьи. И если мы не сможем понять Вани Сварупу Ачарьи, то будьте уверены, что ваша дикша не полная. Или ваш Гурудев Падша, обусловленная душа, которая действует как ачарья. Или другие проблемы могут быть. И вот так или иначе, сегодня конец. Кипая хари киртана мурти дарам, дарани варахарака гаура жанам,
Джанакадикавасаласнигдападам, панамами садапабхупадупадам, панамами садапабхупадупадам, панамами садапабхупадупадам. Ванча калпатурвасу кипасинду бхавача, патитанам павана бхавишна, вьо намо нама.